В городе очень опасно. Там слишком много вируса. Этот лес как убежище для всех нас. Здесь вирус не страшен. Что случилось с моей семьей? Это долгая история. А хотите, я вам расскажу? Я помню нашу семью. Помню вирус. Когда мы впервые о нем услышали, не придали особого значения. А ведь очень зря. Я помню людей. Как они в панике бежали по городу и кричали. Он близко. Он близко. А потом мой папа рассказал мне про это место и сказал бежать сюда. Делай, что хочешь, но тебе не скрыться. Ты жал. Ты мог бы остаться со своей семьей. Вы бы умерли вместе. А так ты остался один. И умрешь в одиночестве. Я не умру! Ты жалкий эгоист и трус. Я приду к остальным людям. Хватит убеждать себя, что здесь кто-то есть. Ты один. Это неправда. Нет никакого убежища. Есть! Его нет! Оно есть, я знаю! Нет! Есть! Нет! Есть! Нет! Выход всегда есть. Ты их убил. Я их не убивал! Ты задушил своих родителей. Я их не убивал. Ты задушил их и убежал в лес. Нет! Да! Нет! Да! Нет! Я смогу найти убежище. Я знаю.